Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы вместе со своими единомышленниками, известными гражданскими активистами, решили создать оппозиционную партию «Алга Казахстан». На данном этапе мы добиваемся регистрации партии и в дальнейшем участия в выборах в парламент Казахстана. В действующем парламенте нет ни одной независимой от власти партии. Поэтому не нужно удивляться низкому уровню жизни нашего народа, правовому беспределу и массовым нарушениям прав человека в нашей стране. Сложившееся положение является тормозом для развития нашей страны, и это нужно кардинально менять. Хотим перечислить основные цели партии «Алга Казахстан». Вернуть Конституцию 1993 года. Добиться возбуждения уголовных дел в отношении Нурсултана Назарбаева и ряда высокопоставленных лиц, членов его преступной группировки. Добиться конфискации всех активов Назарбаева, находящихся в Казахстане и в других странах. Освободить всех политических заключенных, прекратить репрессии и преследования за политическое инакомыслие и гражданскую позицию. В парламенте «Алга Казахстан» будет требовать отмены законов, ограничивающих наши свободы, таких как свобода слова, свобода мирных собраний, митингов и демонстраций, а также объединение граждан в профсоюзы, партии и иные общественные организации. Наша основная цель – это построение свободного и демократического государства, главной ценностью которого является соблюдение прав человека. Обращаемся ко всем присоединиться к нашей партии, кто разделяет с нами эти задачи и цели. Мы создали чат «Алга Казахстан» в мессенджере Telegram. Этот чат необходим нам для обсуждения работы, а также для дальнейших действий, направленных на развитие деятельности партии. В «Алга Казахстан» присутствуют все члены организационного комитета. Они готовы открыто участвовать в обсуждениях и отвечать на ваши вопросы. В чате будут проходить голосовые эфиры, в которых смогут принять участие все желающие. Присоединяйтесь к чату оппозиционной партии «Алга Казахстан» по этой ссылке.